Его звали Геральт из Ривии. Он был ведьмаком, убийцей чудовищ. Куна Матата, всем, кто смотрит данное видео вместе со мной, с вами Пумба, игрок канал Тимона Пумба и Нал, и я понял, что мне их не убить. Знаете почему? Потому что они резаются постоянно. То есть, их там бесконечное количество. Воу-воу-воу, это что за тварь? В смысле? А чё она уползла? Я не понял. Япона, мать тут! Бравая бригада, блин. А, он взрывает себя, да, я забыл. Взрывает себя и заодно еще и... Помогает мне. Бляха, ну вот... Чё ж он надоедливый, а? Можно собрать-то уже, в конце-то концов? Где останки-то? Куличный мир-то? Ну, так... Нажмутся сегодня. Я не знаю, что в них банки за такие. Что в них за банки такие. Но я собираю. А, я, наверное, с них с это... Не банки, в смысле, это показывает то, что я собираю. В баночку такую фигнюшку. Вот так вот. Ну это, конечно, жесть там была, я еще раз умер, я убил там штук, наверное, я даже не знаю, штук, сколько, я даже не знаю, сколько штук серьезно убил. Там и до хрена я их убил, и меня это заколебало. Потому что они резаются, и... Да пошло оно все в жопу. Сколько можно-то? Надеваем наушники. Я по ночам превращаюсь в мизантропа. Ладно, понял. Мизантропы хрена. И, в общем, это жесть. И они просто прилетают. Может, это надо приходить, типа, днем, не знаю, попробую днем прийти. Потому что это жесть. Я не смогу их так убить. А еще главное, я такой молодец. Принял такой эликсир, думаю, сейчас, типа, нейтрализую все эти, скажите, вредные навыки. Ага. Он не только нейтрализует все вредные навыки, и просто снимает этот, скажите... Все, которые ты на себя наложил эликсиры, то есть выпил. О, я такой начинаю драться, такой, все, выпил перед тем, как драться. Молодец, да? Угу. И выпиваю это зелье, типа, чтоб нейтрализовать все. И все нейтрализовал. И все. Все нейтрализовал. У меня ничего не осталось. О, Скайтель, ну-ка, может я еще поговорю с ней что-нибудь там. Я по ночам превращаюсь в мизантроп. Ладно, я понял. Все, понял я. Понял. Это жесть. В общем, я так и не смог их одолеть. И забил. Да, поэтому... Там, конечно, разведчик лежит, надо будет до него добраться, но... Посмотрим, как там. И чё там. Пока что что-то у меня с ними не заладилось. Ладно, мы выполняем дальше задание. Идем к обелиску там, или к чему там. Где-то у нас тут обелиск должен быть, да? Ну да, вот по тропинке идем, и как раз найдем обелиск. Но перед этим... Плавуны, конечно же, как же без них? Мне не даст? Даст. Эх, у меня для этого близко ничего нет.
Ой, там еще кто-то подошел сзади. Ой, ты еще и выжил. Там будут стрелы, да насрать мне. Так, там башня мага. Но там дальше обелиск. Ну мне туда и надо. Ну ладно, пойдем туда сразимся. В одного-то ты проблем не составишь. Чего они такие живучие-то стали? Раньше с одного удара вроде убивал, теперь даже с одного не... Ой, с двух. Теперь даже с двух убить не могу нормально. Игольчатый мир, башня мага. Топится, ладно, черт с ним. Мне бы... А, мне... Дальше вон туда, что ли? Ну, реально туда. А как? Какого хрена? А как мне туда? С какой стороны-то тогда? Чё-то я не понял. А как мне туда попасть? Ага. Интересненько. Интересненько. Обелиск на цах. У меня к тебе ничего нету. А вот сюда-то мне как-то надо. А как я туда пройду? Алло. Ага. То есть мне надо через... Угу. Интересно как, а? Тут еще найти надо эти лабиринты все. Двух стрел тогда соберем. Дверь. Дверь не будем собирать, черт с ней. Наверное, да? Труп. А, ну труп-то, да, там. С мечом. Так, вот мы перебрались. А как мне попасть к этому-то? Ну, наверное, вот тут. Ну да, наверное, тут пройдем. В воду туда. И вон там. Да, там вон пиявки, черемицы. Все. Все. А, и. А, типа плавунов я дольше бью, а не утоплю. Там кто? А, утопец. О, хромает мой любимый. Чё ты я... А, дальше. А, вон он. Не попал. Иди в жопу, идите в жопу, идите в жопу. Есть что к этому обелиску? Есть. Да идите вы нахрен, что-то с вами драться вообще не хочу. Что у меня осталось-то? Храм Мильтели, кладбище. То есть у меня остался обелиск в Ницах. И здесь обелиск. И... Чё? Не все еще обелиски я нашел, что ли? А приблизительно никак не... Ну ладно, вроде... А, все, наверное, да? Ну все, в инвентарь зайдем просто. Да, у меня сифиротов больше не осталось. Ой-ой-ой, ни хрена. Ну ладно, я просто не могу. Сколько здесь опыта? Охренительно! Все, нормально. Шикарно, сколько я всего сейчас тут поубивал-то. Это все продавать можно. Опыт она получал. Тоже хорошо ведь. Тоже хорошо. Уже утро настало как раз-таки. Так чего?
Так это что ты меня напряг... Там кто-то еще есть? Они трясутся, короче, понятно. Ладно, валим тогда отсюда просто на пристань. Куда это? Чё? Обелиск на цах, у меня нету к нему ничего, понимаете? Нету ничего. К этому обелиску на цах. Как бы я ни хотел. Нет ничего. А давайте мы, кстати, дедулю-то еще проводим. Там ведь есть дедуля. О, утро наступило. Как раз, видите, утро наступило, все нормально. Продадимся. Наверное, да, есть чего продать. Сохранимся перед этим. Теперь сохраняться надо почаще, да. Дедулю проводим, да. Сдадим квест. Что, сохранение? Алло. Сдадим квест. В конце-то концов уже. Здесь никто не вышел. Окей, пишем. Я продаться хочу. Мужик, отойди нахрен! Слушай, мужик, уйди нахрен! Я продамся. Чтобы не бегать сейчас туда-обратно. Ласка еще спит. Ну, как бы утро уже, да. Давай, покажи свой товар. Я тебе ничего не продам. А, нет. И столько ты заплачешь всего лишь? Да. Ладно, черт с ним. Пошлите дальше. По квесту. Ну как по квесту? Ну к дедушке. Дедушке какой-то там квест долбанутый. Там утро, кстати, дедушка. Наверное, появился этот мужичок. Паромщик. Нет, только паромщик, да? Ну ладно, пока выполняем квесты, мы, наверное, приедет этот... Да, сынок, привет. Да, ты знаешь, это... Ах ты, чертов каннибал. Тихо, парень, я в твою тарелку не заглядываю. А, так это каннибал! Не сейчас, сынок. Убить его, нет? Ну ты каннибал, блин. А нехрен. Еще и золотые получил. Так, там только паромщик. О, кирпичники. Здесь кирпичники появились. Хорошо. О, заработало все, смотрите, реально. Так, ладно, нам надо сдать квест. Че за алтарь водяной? Я хрен знает, короче. Пиявка, иди в жопу. Пиявки, хренавки, не-не-не. Я пошел тогда сейчас перед тем, как квест... А хотя... Нет, давайте сюда. А, кстати, можно к Калькштейну сейчас телепортироваться. Найти то место. Бляха-муха! Вот тебя-то я не ждал. Ладно, этим быстро их замочим. Эта херня нормально убивается, как я смотрю, и благодаря этой фигне. Охренеть просто. Я не ожидал, что эта фигня сейчас вылезет. Серьезно, кого-кого, а вот ее я не ожидал. Ладно, пошлите. Я надеюсь, сейчас этих врагов будет меньше, в связи с тем, что... Что? А. В связи с тем, что утро, и они пропадают. Блядь, да вы что, охерели, что ли? А, вот двое? Ха-ха-ха!
А у меня на вас квестов-то нет? О! А, к саду... Во! Отлично! Отлично! Я и думаю, вроде было что-то такое у вас, задание-то какое-то на вас. Шикарно! Теперь пойдем к друидам. Жрать нереально охота, серьезно. Я проснулся рановато, и ни хрена я сюда до сих пор не жрал. А сейчас записываю серию, ладно. Давай, есть я чё? Продал. Ладно. Черт с тобой, ничего тут нет. Все работает, все что-то светится. Прекрасно. Я все уже активировал. Надо, короче, отнести задание. Калькштейн, телепортер. Сейчас, короче, попробуем добраться до того трупа посыльного. Не получится, ну, черт с ним. Получится, хорошо. А, надо еще клевуар. О, дождь начался, прекрасно просто. Че это камеру трясти начало так? Алло, что происходит-то? А, все, так не трясти. Странно как-то, знаете ли. Так. Целая серия драк, целая серия. Друиды, друиды. О, привет. Да иди ты в жопу. Так, вы все? О! Че, я могу чего-то кого-нибудь продать? Че, не продать? В смысле? Стоп! У меня задание к вам прийти. Безопасная пристань. Ладно, заблудшь. Ну так тут я. Чего? Вы, друиды, уп... Не, но вы... Не. Проще... Зач... Мне... Как у меня... С перв... Прощай. Стоп, но... Что? В чем... Я ищу мальчика, который пропал из деревни Кирпичников. Я молодежи в округе не видел. Кирпичники говорят, что вы похищаете детей и превращаете их в дрянь. Ну да. Ты что, сдурел? Сюда принимают только взрослых, но даже из них немногие могут следовать нашим путем. Так что Иерофант должен искать новых кандидатов. Дети были бы нам только обузой. Понятно. А что касается дриад, у них и спроси. Ладно. До встречи. Дриадам надо. Дриада, привет. Я тебе доверяю. С тобой что, тоже поговорить могу? Ладно. Я давай, мальчика привет. Из деревни Кирпичников. Надеюсь, ты не... Они утверждают, что друиды захватили его, чтобы превратить в дриаду. Угу. Только девочки могут стать дриадами. Среди нас нет ни мальчиков, ни мужчин. Понятно. Я знаю, что это чушь, но нужно было убедиться. Я бы тебе с удовольствием показала, откуда берутся дриады, но... Не надо. Я хочу остаться верной традициям Бракелуна. Когда мы, дриады, принимаем мужчину, это делается только для продолжения рода. И мы не выбираем любого, только сильного и выносливого. Мы должны быть уверены, что девочки, которые родятся от его семени, унаследуют его силу. Понятно. Я ведьмак. Нас можно обвинять во многих вещах, но только не в отсутствии физической силы и выносливости. Я верю тебе, но давай будем следовать ритуалу. В древние времена мужчина должен был проявить себя как охотник. Принеси мне волчью шкуру. Так у меня есть волчья шкура. Ты прошел испытание и показал себя искусным охотником. Ну? Осталось еще одно препятствие. Какое? Да. Ведьмаки бесплодны, а мы, дриады, не признаем совокупление, если целью не является продолжение рода. Да ты чё, охренел? Может быть полезно даже и без продолжения рода. Как так? Объясни. Так. Бред, конечно, но я не знаю. Давайте вот это. Мне просто нравится сам факт. Таким образом, улучшая рост расти. Полный бред. Возвращайся, когда станешь мудрее, белый волк. Да я знаю. Я все еще гневаюсь.
Я все еще гневаюсь. А как с тобой надо было замутить-то? Я все еще гневаюсь. А я сохранился, загрузил. Надо было сохраниться перед тем, как не идти. Я же не знал, что с Дриадой можно переспать. А, в хижине в Аске я сохранился. Ептите, как далеко. Ну ладно, давайте в хижине в Аске. Я что-то вроде сохранялся позже. Ну ладно, черт с ним. Сейчас от хижины в Аске сюда добежим, попробуем с Дриадой тут. Пропавший мальчик. Я знаю, где он. Я ночью увидел. Какого хрена мне не дали квест раньше? Я б его сюда притащил. Так. Хижина в Аске. Я с тобой уже все поговорил. Я с тобой поговорил еще, нет? Ладно, прощай. Так, быстро добежим туда, да? Сейчас Дриадой попробуем переспать. Я просто охреневаю. Ай, ладно, всех снимает напряжение и троллет рубля, ладно. Она, наверное, мне в любом случае будет отказана. Там вариант просто, ладно, ладно, давайте. Так, тогда побежали. Убьем людоеда. Там дедушка. Сраный дедушка, людоед. Здорово. Я хоть прочитать. Да, сын. Ты знаешь, кто живет в водной хижине на острове за деревней? Это моя хижина, сын. Ах. Да калё, ты чё драться-то будешь? Ребят, вы как тут? Теперь работаете, смотрю. Это хорошо. Так, сейчас там эти твари должны вылезти из земли. Я надеюсь, все так же будет. Я в этот раз не буду готов. Или не буду? Буду, буду. Вот, да. Ну да, против твари эта штука посильнее. Все шикарно. Останки. Останки мне. Я еще в предыдущий раз, получается, мог насобирать все. Так я что-то тупанул, да? Не собрал. Но я как обычно. Че, молодец. Сейчас тут двое будет. Да не ты мне нужен. Все. Давай сюда. В садовник все. Так, вот теперь мы берем сох... Алло. Дважды что ли нажал случайно? Сохраняемся. И что-то дохрена. В следующей серии будем, короче, квесты сдавать, дохрена квесты сдавать. Закупляться, да. Так. В смысле, не в следующей серии закупляться. Я что-то в мысли. Не знаю, о чем я сейчас. Не слушайте меня, ребята, что-то сейчас я вообще не о том. Надо собирать все. То потом не будет возможности и все, и в жопе его. Так, Лойза Болт. Так, у меня нету, у меня остался два сефирот найти. Где мне их найти? Всю ночь я сплю, весь день рублю.
Я, допустим, этого не слышал. Я просто иду дальше. Так, может мне... А, блин, а кто же мне еще-то может подкинуть? Может этот... Зигфрид мне подкинет? Ну, хотя сейчас квест-то буду сдавать. Наверное, что-нибудь они и подкинут. Потому что кто-то мне должен еще два Сефирота где-то найти. Где-то я должен их найти. Тут просто больше мест не осталось. Может, друиды как раз-таки сейчас, типа, я их... Обвинение с них сниму и... Не знаю. Черт, ты знает. Потому что... Реально, у меня есть Сефирот-то хоть один? Нет, кончились. Кончились Сефироты. А что это, кстати? Я читал их вообще? Письмо прочитали. Уже читали. Уже читали. Читал. Читал. Не читал. А, ну. Так. Кладбище есть. Ну, я, короче, да. Теперь прочитал это все. Можно было раньше, но я, как обычно. Так, друид, да, поговорим. Кирпич. До встречи. Так, типа кирпичники, тролли трубля. Я должен поговорить с дриадой. Так, и вот теперь давайте мы сохранимся. А то как так? Не переспим с дриадой. Что за хит? Что за пипец, да? Как такое может быть вообще? Ну, сейчас попробуем, да? Там у нас. Дриада, ты где? Я не понял. Лищ. Ты куда делась? А, вот, Япона, мать тебя, хрен найдешь. Гвинб... Я еще... Только... Я знаю... Я бы... Да. Я хочу... Я ведь... Я верю. Так, ладно, да. Ты прошу... Да. Ведьмаки бед... Самокуп. Как так? Секс. Может быть, ты и прав? Мы, дриады, должны быть бдительны и ловки, чтобы защищать Бракелон, наш дом. А мое тело — создание природы, и оно просит любви. Ага. Хочешь быть со мной? Да. Будь моим мужчиной на этот день. Шикарно. Пойдем. Я так изначально и хотел, но... Отлично, у меня дриада теперь была в постели. Шикарно. Я просто с кем только не переспал. Осталось только, знаете, с волками, вернами и ахиреопсом. Ахиреопсом, вот этой хренью. Отлично. Там ничего, бодрость не поднялась, нет, ничего, нет, нет. Так, ну ладно, давайте на этом мы закончим серию, серьезно, а то мы так не сдвинемся. На этой прекрасной ноте мы заканчиваем, так сказать, полны бодрости и сил. И увидимся в следующей серии. Всего вам хорошего и такого же. Удачи, пока.